Сегодня около 400 мобилизованных отправились к месту проведения специальной военной операции из расположения 31-й десантно-штурмовой бригады. Все они прошли специальную подготовку и получили в полном объеме необходимое обмундирование. Подробности у Игоря Кранцева. Все здорово. Женился 2 ноября. У каждого из 400 мобилизованных своя история. Но все они, по информации командования, ранее проходили воинскую службу. Многие бывали в горячих точках и не понаслышке знают, что такое боевые действия. Начинал служить в 2000 году. Был призван на срочную службу. После чего убыл в горячую точку Чечню. После этого отучился на младших лейтенантов, на курс младших лейтенантов офицерских. Был направлен на Северо-Кавказский военный округ, на грузино-абхазскую конфликт. Мобилизованные выстроились на плацу. К месту несения службы их провожают родители, жены, друзья. Они старались найти в строю военных близких и показывали. Ждем возвращения домой. Несмотря на наличие подготовки, они все прошли боевое слаживание. Условия в 31-й бригаде, как отмечают мобилизованные, несравнимы с теми, что были в годы прохождения срочной службы. В тех казармах, в которых служил я 17 лет назад, мы мечтали, в книгах читали, что когда-то наступит тот момент, и казармы будут как кубриковые системы. То есть в том положении, как вот сейчас мы это все дело увидели. Во время подготовки мобилизованные, по их словам, много общались с инструкторами, а также с теми военнослужащими 31-й бригады ВДВ, кто уже побывал в боях. Мы пришли, нам дали полностью форму, вплоть до того, что нам дали жилетку под форму. Совсем справляемся. Здесь есть у нас наставники, помимо инструкторов, также боевые, кто уже непосредственно принимал участие в СВО на Украине. Со сцены звучат напутствия от руководства города и области, командира воинской части. Для нас важен каждый из вас. Таков общий посыл. При этом власти обещают заботиться и поддерживать близких. Братья, позвольте пожелать вам крепкого духа. Вы сильны этим духом, как и все русские люди. Берегите себя. Верующим предложили прикоснуться к мощам святых, покровительствующих воинам. Их специально привезли на территорию бригады. В ближайшее время 400 мобилизованных, проходивших подготовку в 31-й бригаде ВДВ, отправятся к месту проведения спецоперации. Игорь Кранцев, Денис Миронов, Вести, Ульяновск.